spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. В широком ассортименте инструментов от компании Следопыт присутствует большое количество различных мультитулов. Подобные многофункциональные аксессуары используются рыболовами, охотниками, путешественниками, да и в повседневной жизни им можно найти применение. Сегодня в нашем обзоре представлена модель PFMT-03. Давайте поближе ее рассмотрим. Данная модель мультитула является одной из самых компактных и в сложенном состоянии имеет следующие габариты. Длина 75 мм, максимальная ширина около 20 и толщина примерно 17 мм. Вес составляет менее 70 граммов. Его легко спрятать практически в любом кармане одежды, а также он не займет много места в сумке или рюкзаке. Производитель заявляет, что основным материалом при производстве аксессуара является особо прочная, нержавеющая инструментальная сталь. Боковые накладки облегчены за счет многочисленных крупных сквозных отверстий. Кстати, есть несколько вариантов раскраски. С одной стороны находятся штопор для открывания винных бутылок, небольшая игла длиной 2,5 см с отверстием на конце, односторонний напильник с поперечной насечкой, шило, а также крестовая отвертка, которая, к примеру, может пригодиться при мелком ремонте катушки. С другой стороны мы видим прямой нож, с лезвием, длина которого составляет почти 45, а ширина 10 мм. Две пилы такого же размера, одинарная и двойная. Есть небольшие ножницы. Обратите внимание, у этого инструмента предусмотрен простейший возвратный механизм. Благодаря установке тонкой и упругой пружины, манипулировать ими можно с помощью одной руки. И еще имеется консервный нож, который особенно актуален в многодневных походах. Напротив расположена открывалка для бутылок с напитками, торец которой может быть использован в качестве шлицевой отвертки. Рядом предусмотрена проушина с металлическим заводным кольцом. Представленная модель мультитула уже укомплектована карабином с подпружиненной дужкой. Аксессуар можно подвесить непосредственно за него или же используя ретривер. Так значительно снижается риск потери инструмента. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.